Сегодня готовим слоеную яичницу. Для начала отделите белки от желтков. Посолите. Размешайте вилкой. Нагрейте сковороду и смажьте маслом. Далее зачерпните побольше белка и вылейте на сковороду. Выложите на одну сторону 2 кружочка куриной ветчины. Накройте второй половины. Теперь с другой стороны вылейте немного желтка. Сверху кладите тонко нарезанные половинки помидора. Переверните на нее другую сторону. Рядом налейте белок. Сверху положите 2 кусочка сыра. Снова накройте второй стороной. Далее вылейте желток. Сверху кладите также 2 кусочка сыра. Переверните. Далее чередуйте желтки с белками, укладывая поочередно помидоры, ветчину и сыр. Также можно поступить проще, не разделяя белки от желтков, жарить таким образом целиком яйцо. Готовое блюдо подавайте порционно, разрезав на нужные кусочки. Яичница получилась необыкновенная. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.